Дом офицеров, где нет канализации, туалета. Это Приморский край. С праздником Великой Победы, а сортира в здании нет. Но вот этот деревенский туалет, который появился прямо на дороге, он появился не просто так, а аккурат к выборам, потому что в доме офицеров в городе Спасск-Дальний будет избирательный участок. Видите, туалетик чистенький еще, можно будет бегать на улице. Он никак не обозначен, этот туалет, просто поставлен на дороге, где не так много снега неочищенного. То есть люди фактически будут гадить на дорогу ходить. Отличное дополнение к клоунаде 18 марта. Ваше место у параши. Как вы это любите?